Мам, можно я не пойду с ними в поход? Пойдешь? Вот с ним не пойдешь. Отражение подумал, кто сможет жить в реальном мире. Да не расстраивайся, нам же вместе хорошо. Мам, можно я не пойду с ними в поход? Пойдешь? Вот с ними и пойдешь. Вы ходите в один кружок, а там до сих пор ни с кем и не подружилась. А там природа, гитара, песни у костра, романтика. Но ты меня все время заставляешь и заставляешь. Нельзя все время сидеть дома. Ты все время одна и одна. Так с ума сойти можно. Да я не одна. У меня... Ты совсем меня не понимаешь. Собирайся. Ты что, слепая? Мы тебя в поход зачем взяли? Только всех напрягаешь. Обедать! Ну вот, прикосновенно. Не бойся, не похудеешь. Кто в прятки? Играем в прятки. Я в прятки. Я в прятки. А я тоже с вами. А кто посуду будет мыть? Вот пусть Наташа и моет. Она, как всегда, последняя. КНФА. КНФА. Уля водит. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Наташ, пойдем с нами. Да не общайся ты с ней. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Как тебе поход? Я не понимаю, почему они не хотят со мной общаться. Да не расстраивайся, нам же вместе хорошо. По крайней мере, лучше, чем дома. Попросила же посуду еще утром помыть. Саш, отстань. Учебный год заканчивается. Ты со мной? Да, я с тобой. Надоело уж говорить тебе 300 раз, ничего меня не слышит. Со своими наушниками день и ночь. Я не знаю.
без тебя никак. Ты с кем разговариваешь? Да так, ни с кем. Сама с собой, что ли? Да нет, это подруга. Она воображаемая. Мне же больше не с кем общаться. Ты, главное, не отчаивайся. И друзья у тебя появятся. Ура! Была на свете девочка, отражение которой жило своей жизнью. Однажды отражение подумал, что если убьет девочку, то сможет жить в реальном мире. Отражение так и сделал. Что за ерунда? Какая-то детская страшилка. А давайте лучше я вам расскажу страшилку. В одном большом городе жила девочка. И однажды она по телевизору услышала, что в городе началась какая-то эпидемия. И по городу начали Ты теперь меня тоже хочешь убить? Нет. С чего ты взяла? Ребята, подъем! Завтракать! Фу, какая гадость! Фу, что это такое? Я видела, это она стояла у котелка, это она все испортила. Ты в своем уме? Ты зачем испортила целый котелок каши? Ну ты же сегодня была дежурной. Молчи. И чем мы тебе будем завтракать? Почему они со мной так? Все просто. Они тебя ненавидят. Они все тебя ненавидят. Ты везде лишняя. И зачем тебе такая жизнь? Пойдем со мной. Пойдем. Не бойся. Я помогу исправиться от твоих проблем. Thank you.
Что застыло-то? Это она! Она все время в моей голове! Чего? Спасибо. Все нормально? Она тебя не укусила? Да нет, но я так сильно испугалась. А ты, оказывается, смелая. Спасибо. Рада была помочь. А где твой хворост? Опять отлыниваешь? Да от нее вообще никакого толку. Почему вы вообще с ней так жестоки? Да потому что она постоянно косячит. Целый котел каши нам испортила. И вообще она странная. Бормочет постоянно. Разговаривает непонятно с кем. Ребят, возможно, мы действительно перегибаем палку. А кашу я сама пересолила. Извините. Разговаривает она сама с собой, потому что ей общаться не с кем. Вот и завела себе тульпу. А она где? Давай, смелее. Так всем будет только лучше. Они всегда будут тебя презирать. Выход только один. Не бойся, так всем будет только лучше. Давай, смелее. Наташа! Наташа! Ты где? Стой, ты же не сможешь без меня! Ладно, подевай! Где? Пойдемте ее искать! Ладно, подевай! Срочно ее найти! Черт, Наташа! Наташа! Ау! Ты где была? Мы тебя искали! Меня? Тебя! Ты прости нас! Мы были слишком жестоки с тобой. Ну, наконец-то! Может, вдвоем погуляем? Давай вдвоем погуляем. Да отстань ты мне теперь, не до тебя. Зачем я настояла? Я же видела, что ей плохо, что она никак не может найти общий язык с ребятами. Что я наделала? А вдруг с ней что-то случилось? Мне всегда хотелось, чтобы у моей дочери были хорошие друзья. Аппарат абонента выключен или находится... Что я сделала не так? Почему она не отвечает? Телефон разрядился. Ты знаешь, я тебе так благодарна, что ты настояла на этом походе.